Вольфос Эльгенман. Да необычный, а Бордо. Большая пинта, 568 миллилитров. Вроде как бы Вольфосы ушли из России, но, по крайней мере, пока у нас во всяких магнитах они активно-активно продаются. Взял я эту банку, 568 мл, за 79 рублей по акции. В бокал налилось такого темно-темно-янтарного цвета. Пенки немного, пенка достаточно густая, плотненькая, но ее мало. Сладость, карамелечка, жёночка. За вас, друзья, будьте счастливы, будьте здоровы. Такое ощущение, что магазинный квас смешали с каким-нибудь темным пивом и получился вот этот вот напиток. Достаточно сладко, слегка-слегка карамельно. Немного в отдалении, где-то в послевкусии, такая легкая-легкая карамельная жжёночка появляется. Легенькое темное пиво, ничего интересного, кроме объема банки. Как по мне, какие-нибудь бархатные жигули и то будут поинтереснее. Очень сладко и очень-очень скучно. Моя оценка 2,75 из 6. Но любители темного сладкого пива, наверное, его оценят.